Є у нас знаєш не одна легендарна особа, тому що для нас усі наші глядачі справжні легенди. Що якщо вони ще пишуть пости про Миколаїв, долучаючись до того флешмобу, який оголошов новий день на минулому тижні? то мы их просто расцеловываем и любим. А Маша Крытова Пыша нам, это, был, это будет после любви, которой больше 29 лет. Она началась внезапно, но была неизбежной, как мое первое слово «мама». Когда мне было 4 года, родители научили меня скороговорки. Город Николаев, улица Свердлова, 50, квартира 16. Мой первый адрес. Я помню подъезд, в котором мы жили, Каменных Львов и в Каштановом скверике, у которых надо было искать уши и наш... нашептывать им желание. А вечный огонь, с которым мы с ребятней вы выгребали монеты на мороженое в уличные автоматы с газировкой. На каждой уличке в центре этого города живет частичка моего сердца, моих мыслей и моих детских воспоминаний. В конце 11 класса, уж еще не уехав в Киев, я написала стихотворение. Потом прошло 7 лет, и мой друг, прочитав его, спросил, интересно, а как бы оно звучало теперь? Теперь ведь тебе ведь больше не 17, и тогда я написала еще одно. Перед тем, как вы их прочтете, я хочу еще поздравить Николая с днем рождения и пригласить вас в этот чудесный город. Приїжджайте в Сентябрелі в Май, і е, мене захваті очевидці утверждають, що я ні е, я один із лучших гідів по городу Карабєв. Ну що ж, друзі, ми цей пост ще будемо продовжувати е, вірші зачитаємо далі, тому що читати і читати не перечитати. Знаєш, у аж серце радіє про те, яким чином описує наша глядачка свою любов до нашого міста. Очень мне понравилось, что свою адресу она пометала, как скромовку. Я думаю, все дети как скромовку повторяют свою адрес. Место Миколаев, думаете, такая, гимн такой. Так, действительно. Ну что ж, друзья, я предлагаю продолжать и, думаю, читать теперь вирши, потому что они невероятные и, таки же, присвящены Миколаеву и успевают любовь до этому места. Город, где весной цветут каштаны. Город, где оранжевый закат. Город, где огнем горят тюльпаны. Город, где полюбят и простят. Здесь я в первый раз вдохнула воздух, широко расправленную грудь. Здесь я первый первый раз считала звезды и по ним отмерила свой путь. В этом городе есть улица Свердлова. Первый адрес в памяти храню. Здесь впервые сказаны три слова странных слова. Я тебя люблю. Этот город, где мечты сбивались, влажно разбиваясь об асфальт. Этот город, где стихи рождались, ускользая в солнечную даль. Здесь звенел звонок по-детски школьный и звучал нерадостно рояль. Здесь летел в ворота мяч футбольный. А чего то его тоже очень жаль. В этом городе ломались микрофоны в самый неожиданный момент. Ну а в ящик старенький почтовый прислал открытки президент. Здесь на праздник пива была жарко, а в день города осенний холодок. В день детей бесплатные подарки. В мае, как, в как всегда, звенел звонок. Николаев, добрый город детства, где домашний искренний приют, где в дворце мое хранится сердце. Любят здесь меня и очень ждут. Август 2004 года. Вот так. Еще ж хочу сказать, ты, ему вам за такие щири виршчи до нашего места. Просто До нашого кожен... спільного, бачите, да. і дійсно є думки про те, що виїжджають від міста Миколаєва в інші країни, в інші міста і забувають назавжди, і думають, боже, скоріше, але поїхати. як можна забути своє рідне місто там, дитина родиться? Це ж саме, що батьків забути. Місто, де ти перший друг в тебе з'явився, перший клас, перший університет для когось. Так дійсно, все тут було вперше, який написала ось. В цьому вірші а, Марія. Тому я думаю, що для кожного спогади є 100%. Навіть для тих, хто приїхав до міста Миколаєва, щось там було вперше. Тому не забуваємо, любимо, навіть якщо не живемо в місті Миколаєві.